Приветствую вас, и есть два момента, которые мне хотелось бы пояснить в том, что вы описали. Первый момент – это для того, чтобы разрушить сценарии, о котором вы пишете, точнее, несколько сценариев, необходимо выявить в этих сценариях общие элементы, то, что их объединяет, по сути. И объединяет их то, что вы за человеком бегаете. Это встречается в большем количестве ваших сценариев. Вы за человеком бегаете, тем самым вы как бы в отношениях ставите его ниже, прошу прощения, себя ниже, чем он, ниже, чем ваш партнер. И происходит это от того, что вы, видимо, недостаточно уверенный в себе человек, недостаточно уверенный в себе личность, сомневаетесь в себе. И эти сомнения, они связаны с тем, что вы не до конца осознаете свои возможности, свои способности, свои плюсы и свои минусы. Склонны вы, наверное, видеть свои минусы в большей степени и меньший плюс. И вот это и мешает вам выстраивать отношения с мужчинами, мешает вам как бы раскрываться с ними на 100%, наверное, потому что вы именно сами не осознаете, а что же вам, собственно говоря, нужно и что вы из себя представляете сами. Давайте сначала постараемся ответить на вопрос такой. Почему мужчина будет именно с вами? То есть, что вы можете ему дать такого, что выделяло бы вас среди других женщин? Почему этот мужчина обратит внимание именно на вас, а не на кого-то другого? И, естественно, тут сразу встает вопрос, что мужчина как бы обратит внимание на интересную, яркую, да, собственно говоря, такую заметную женщину, которая ведет себя не то чтобы вызывающе, но независимо, целеустремленно, при этом умеет подать себя, умеет раскрыть свои сильные стороны и показать мужчине, что, в общем-то, он получит, если будет с ней вместе. И вот каждое слово из того, что я сейчас произнес, оно является ключевым. Ключевым для вас. Потому что подать себя, это означает проработать свой имидж. Подать себя, это означает выглядеть максимально так, как вам нравится. Но это совершенно не означает, что вам нужно использовать дорогую косметику, одеваться в самую лучшую одежду и так далее. Нет, дело здесь не в дороговизне, а именно во вкусе. Вкус женщины, вкус ее наряда, вкус ее внешнего вида и определяет как бы один из уровней успеха. Следующее – это понимание ваших достоинств, понимание того, чем вы сильны, понимание того, чем вы можете привлечь, что у вас хорошо получается. Так, чтобы мужчина понимал, когда он общается с вами, что он получает, какие у вас есть качества и нужны ли эти качества мужчине. Здесь нужно понимать, что мужчины разные, и кому-то нужна скромная девушка, кому-то наоборот нужна активная такая, да, кому-то там еще что-то нужно. То есть у каждого свои потребности. И понятно, что потребности каждого вы не удовлетворите, да и потерь себя это означает. Вам необходимо осознать, в каком проявлении вы чувствуете себя лучше всего. В каком проявлении вы чувствуете себя естественнее всего. И вот в этом направлении двигаться. Если вы, в принципе, имея возможность выступать в равных качествах, все же отдаете предпочтение, например, активности, то и нужно быть активным. Не подавлять в себе это. Но тогда следует отдельно сказать, что мужчина, который будет с вами или может быть с вами, будет представлять собой человека, который либо будет как бы занимать
позицию ведомого здесь, либо постоянно будет с вами соперничать, то есть партнер. А позицию лидера мужчина с вами при вашей активности, скорее всего, не займет, потому что нужен более активный человек. А еще неизвестно, готовы ли вы, например, к тому, чтобы самостоятельно жертвовать своей активностью ради мужчин. То есть мы понимаем, да, что нужно определить, в каком положении, в какой позиции в отношениях вы готовы быть, и, исходя из этого, уже подбирать себе партнера. Дальше у нас идет независимость. То есть независимость это означает, что вы не ставите в подчинение свое поведение от других людей. То есть вы просто-напросто идете к своей цели, вы стремитесь к своим идеалам, вы выполняете свои задачи, а люди, окружающие вас, либо принимают это, либо нет. И таким образом, логично предположить, что для успешных отношений, как бы цель эти самые отношения не сделает вас для них ближе. Потому что когда человек ставит целью отношений, он, как правило, очень много вкладывает в желание этого. Он пытается как-то подобрать свое поведение, он подходит к этому процессу, знаете, творчески. Он подходит к этому процессу даже, ну как, тут отличается, да, кто творчески, кто программно, но и то в данном случае плохо. Потому что отношения это то, что получается спонтанно, это то, что получается как бы само собой. И если человек пытается управлять этим, а он пытается управлять всегда, когда для него это отдельная цель, то возникает проблема. Именно поэтому те люди, которые делают свидания с другими, значит, потенциальными спутниками жизни своим образом жизни, то у них, как правило, большая проблема построить серьезные отношения, потому что они слишком много внимания этому уделяют. И в итоге анализ, опять-таки, мешает построить искренние отношения. Потому что человек думает, ага, вот этот вот сегодня там, этот мужчина, например, там так себя вел, так себя вел, меня все не устраивает. Человек разрешается чувствовать, когда занимается анализом, и начинает слишком много времени, внимания уделять именно интеллектуальной обработке того, что в принципе нельзя обрабатывать. Нельзя осознавать, потому что осознав, мы теряем актуальность того, что мы чувствуем. И поэтому вам необходимо свои цели строить так, чтобы они не были связаны с личными отношениями, но чтобы они неизбежно были связаны с людьми, чтобы эти люди вступали с вами в контакт по поводу интересов, ваших интересов, и чтобы вы на этой почве с ними взаимодействовали. И тогда у вас будет шанс в естественной среде, в естественной форме построить отношения на основании как раз таки общих интересов, общих взаимодействий и так далее. Дальше о чем хочется сказать, это то, что вам необходимо для себя самой понять, что вам нужно от мужчин. Вот что мужчина, по вашему мнению, должен вам давать такого, чтобы вас устраивало. Потому что вы пишете, что у вас были отношения, но характер этого человека вам разнравился. Что ж, это естественно, это бывает, случается, но, тем не менее, вопрос заключается в том, что вам это понравилось, значит, что это вам не подошло. Нужно понять, что вам нужно от мужчины вообще. Ну и, естественно, ответ на вопрос, что он вам. Не только что он вам дает, но и что вы ему можете дать.
И готовы ли вы принимать от человека то, что он действительно вам дает? Бывает так, что вы хотите от человека получать, скажем, там, ну пусть будет 7 или 8 каких-то вот моментов, а он дает вам только 5. Вот вам нужно ответить на этот вопрос, вы готовы довольствоваться 5 моментами, или вы будете должны стремиться к тому, чтобы получить максимум. Если вы будете стремиться к максимуму, это означает, что вы человека видите исключительно как средство для осуществления своих потребностей, и тогда отношения не являются искренними, что и определяет их дальнейшее течение. Ну и, наконец, последнее, что мне хочется сказать, это то, что связано с тренингом психологическим. Если вы сказали, что после прохождения тренинга у вас было все хорошо, а теперь нет, то, соответственно, нужно определить, что вам дал тренинг, какая у него была тематика, и на основании этой тематики, то есть даже не тематики, а именно, что вам, что вы вынесли из этого тренинга, вот что важно. И на основании вот этого понять, почему вы не можете как бы стать самообеспечивающейся экосистемой в этом плане. То есть, почему вам нужна как бы подпитка извне. И тогда эффект от тренинга будет как бы постоянно внутри вас. Если мы поймем, какова ваша потребность и что вы от этого тренинга, собственно говоря, получили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.